Допустим, не камень. Давайте вот этот паровозик чух-чух. Или как он тут называется? Воду чу-чу. Воду чу-чу. Паровозик чух-чух. Большой разницы нет. Так. ХП у нас достаточно на помирать. Это ладно. Сейчас, ну там, помните, было одно место, где я без понятия, как брать. Я не знаю. Что-то как-то это нечестно. Аккуратненько. Смотри, тут же ничего нету. Там ничего внизу. Зачем это тогда? Вот к чему это? Интересно, и зачем это? Там же все равно ничего нету. В чем прикол делать эти выступы были там? Непонятно. Туда нельзя попасть. Будем экспериментировать, будем искать те места, где потенциально могут быть мухи. Потому что ХП много. И, наверное, это будет последняя миссия на сегодня. Ничего себе. А для чего Рома капец только ХП? Вот чтобы дохнуть. Ой, ага! Отлично. Коротенькая здесь такая. А, да. Так, берем с собой обязательно молнию. А сюда можно будет вернуться? Да, вот так можно будет. Как вы думаете, для чего это? Как вы думаете, туда можно попасть? Нет, нельзя. Но мы попробовали. А главное не помирать там, где не нужно. То есть одно место, одно дело помереть там, где ты экспериментировал. Другое дело помереть просто потому, что ты тупой. Так, тыква, не до... Ладно, пока так сделаем. Да, там очень в том, где мы в прошлый раз померли, надо либо уметь одновременно нажимать несколько кнопок, чтобы они срабатывали, либо же пожертвовать ХП. Мы, скорее всего, пожертвуем ХП просто. И спрыгнем вниз. Тоже ХП много. Так, ну тут ничего нет. Пока без. По-моему, у меня была впереди, кстати. Помните, мы здесь бегали? К идиоту. Была молния, помню. А вот она, кстати говоря. Так, а мо так быстрее, наверное, будет всегда даже сказать. Бывает. Да, он теперь будет здесь респать неприятно. Так. Отлично. Так, там нас сожгут. С того времени спрыгнуть. Тут все. Ну как же попасть наверх? Я не шарю. Как? Вот как! Офигеть! Да, это называется раньше времени разрушайте постройки, друзья. Иначе вы потом хрен попадете куда вам надо. Ну я в офиге, какие разрабы хитрозады это? Что, как он мог додуматься так сделать? Да! Так, я понял, в чем фишка.
Фишка в том, что он не прыгнет отсюда. Надо вот отсюда прыгать. Сверху. Понял, сейчас, подожди. Копик собираем. Вот хп как раз вернули себе. Так, пока не будем юзать... У нас есть молния, господа, друзья, товарищи, друзья. Молния пригодится когда-нибудь. Да, вот уже здесь буквально. А вот сейчас нам придется идти собирать мух. И искать вон тот секретик. Или не тот, или другой секретик. В любом случае, нужно два секрета еще найти. Что здесь? Тут какая-то фигня творится. Нет, у него здесь есть. А как туда попасть? Пока не видел. Пока не видел туда хода хорошего. Да, это не так уж и просто, как оно может показаться. Надо будет потом сюда вернуться еще. Так, аккуратненько. Так, смотрите. Это они на два стреляют. А, понял. А эти на один сегодня. О, щит. Так. Отлично, убежали. Отлично. Прекрасно. Здесь мы вроде закончили. Теперь главное мух собрать. Но это же первый секрет, да? А где второй? Не, я хочу туда. О, куда хочу. Ну, тут ничего интересного. Так себе. Фигня какая-то. Хотя, ну, мух-то есть, самое главное. А чё там? А чё здесь? Ничего. Подождите. Это просто... Нет. Ничего сверх реально интересного. А потом же нам все поверху проходить, что ли, еще? А, ну снизу. Мы померли. Господа, товарищи, друзья, теперь нам нужно обратно. Мы же померли. Аккуратнее, он очень аккуратно здесь. Да, видите, есть, кстати говоря, помимо этой. Ух ты, офигеть. Так, это офигеть. Офигеть его трясет. Нас на гриль взяли. Спасибо. Ребята, мы здесь, наверное, все не собрали. Сейчас вернемся назад, глянем. А, нет, все собрали. Хорошо, сегодня сейчас идем. Главное, что хп есть, я не боюсь рисковать. Я не буду ошибаться. Пробовать что-то новое. Черт. Так, теперь нам 87, еще 13. Еще 11. Ну, я не знаю, честно сказать. Честно, я сход так не скажу. Способны ли мы собрать все? Все ли мы собрали? Я, значит, будем возвращаться назад как-то. Интересно, 80-96 только у нас. Здесь у нас что? Две! Так, файл хп, это так на уровне хватит.
Гони хп. Все, хп не дает, 4 хп. Так я не понял, а где мы 4 счета пропустили, господа товарищи? Что за бред? Может быть здесь? Не? Раз, два. Стоп, все, отлично. Все, отлично, прошли. Прошли эту миссию. Перепрошли эту миссию, собрав все мухи, найдя все секреты. Это хорошо, это good, very good. А, сейчас начнется. А, фиг вам, ладно. Я случайно упал. Я не хотел падать. Ладно, неважно. Это не столь важно собирать. Это не отмеч... вроде отметки нету.